Самоманикюр и толстый слой блесток без выравнивания базы. Практически один из страшных снов любого мастера, когда все это близко к кутикуле и нужно поправить. Наш результат вы сейчас можете наблюдать на своих экранах. Мы сделаем хороший чистый маникюр, снимем все старое и перенарастим ногти. У нас будет гелевое наращивание. Давайте посмотрим, как я здесь справлюсь, потому что наши ногти то имеют трапециевидную форму. Трапеция всегда усложняет работу мастера, и сегодня я покажу, как справиться в этом плане с гелевыми типсами. Начнем мы со снятия. Снятие будет у нас не очень приятно, потому что выравнивания базы, как я сказала выше, там нет, но есть хороший плотный слой блесток, и они тоже, честно говоря, спиливаются не совсем приятно. Но и спилить до конца их первой же фрезой не представляет возможности, поэтому я взяла фрезу потоньше и в труднодоступных местах очень осторожно, без нажима дорабатываю все оставшиеся кусочки. И помним, что нам предстоит раскрыть карман и сработать алмазными фрезами. После того, как мы закончили снятие, я беру апельсиновую палочку, хотя здесь хотелось бы пушер, но, к сожалению, под рукой была только она. Дальше переходим к моей любимой присыпке. Для меня это обязательный этап для того, чтобы хорошо раскрыть карман и фреза не забивалась. После этого берем алмазную фрезу с синей насечкой. Ой, синий, зеленый. Я хотела взять синий, но опять-таки была только зеленый, потому что снимала я это не у себя. У меня была модель, пока я была у имени в офисе. Поэтому работала в очередной раз теми инструментами, которые были под рукой. В общем, зеленой фрезой вычистили все, что смогли. Напомню, маникюр был относительно недавно. Пилкой подготовили ногтевую пластину, убрали длину свободного края. И благо там нашлись кусачки мои любимые с длинным полотном, которыми я смогла убрать непонятные махрушки, которые остались после попыток предыдущих в маникюре. Дальше дорабатываем синим шариком, просто подшлифовывая, и получаем вот такой красивый, чистый, аккуратный результат. У нас здесь трапеция, как я говорила, и сейчас это было очень хорошо видно. Но пора подбирать типсы. Я выбрала форму кофин. Это, наверное, одна из моих любимых. Посмотрите, какая она эластичная сверху и какая она плотная на свободном крае. Примеряем, как всегда, чтобы точки в росте были прикрыты, но понимаем, что в синусах нам широковато. Поэтому ее банально подрезаем ножницами, ведь там они достаточно мягкие, чтобы их подрезать. Дальше готовим типс изнутри. Это можно сделать фрезой, как я, либо с помощью бескислотного праймера, который я сейчас уже наношу на ногти. Трапеция просматривается очень явно. Дальше, после того, как праймер просох, я беру кисточку для геля. У меня вот такая шестерка от Имень, я пробовала ее в первый раз. Наношу базу и отправляюсь сушиться. Тем временем проверяем, что наш фонарик работает, и готовимся к креплению типс. Берем снова каучуковую базу и наносим ее на ту зону, которую мы подготовили, то есть та часть, которая соприкасается с ногтевой пластиной. Прислоняем, и через прозрачный типс хорошо видно, как база растекается туда, куда нам нужно. И дальше подводим руку клиента под мини-лампу для фиксации, после чего отправляем в просушку большую лампу. Те же самые манипуляции повторяем со всеми остальными ногтями. Как видите, процедура очень простая, и любой сможет это сделать даже сам себе дома. Кстати говоря, недавно у меня выходило видео о том, как крепить типсы самому себе. Обязательно перейдите и посмотрите. Там типсы у меня были молочные, мы ставили их без отступа. А тут у нас есть отступ в 1,5 мм, который сейчас я прокрашиваю базой для того, чтобы не было ступеньки, и у нас была техническая возможность выровнять эту часть и потом ее аккуратно подпилить. После обезжиривания типсы могут немножко помутнеть, это не страшно. Далее берем ножницы и срезаем все лишнее, потому что длина большая, нам нужно покороче, и мне лениво пилить это пилочкой, я чаще всего делаю это вот таким способом с помощью ножниц. Главное, чтобы это были не те, которыми вы стрижете кутикулу. В моем случае это технические дежурные ножницы. Ну и уже дальше с помощью пилки оформляем свободный край до желаемой формы. У нас это был чуть заостренный овал, такой немного со стремлением в миндаль.
После того, как мы убрали все, что нам мешало, можно перейти к фрезе. Я беру ту фрезу, которую я использовала в начале, дорабатываю все небольшие ступеньки и получаю вот такой красивый чистый результат. А тут, внимание, я совершила ошибку, потому что я не забафила наши ногти и решила сразу рисовать. И, честно говоря, косячок небольшой, но при рассмотрении максимально близко видно, что гель-лак немножечко поплыл. Но так как мы будем перекрывать витражом, это не особо страшно. А вообще, если хотите, чтобы линии получились четкие, то всегда используйте бафик, чтобы поверхность ногтя была матовая, но при этом достаточно гладкая, чтобы в царапинке не растекался пигмент. Рисуя от руки в свободном режиме принт что-то типа зебры, у нас был тематический маникюр, и дальше добавляю на свой вкус блесточки, хлопушки, ну, в общем, все, что нашлось у меня блестящего под рукой. И дальше тот самый топ, ради которого мы здесь, собственно говоря, все и собрались. Тут вышел топ витражный, без липкого слоя, с возможностью выравнивать и, конечно же, цветной. Ну, по мне, так это вообще гениально. То есть мы просто заканчиваем наш маникюр вот в этот самый момент. На прозрачку нарисовали дизайн. Можно, кстати, сделать стемпинг или накидать паутинки. Чуть-чуть блесточек, чтобы было не так скучно. И просто выравниваем сверху топом. Не забываем перевернуть пальчик, потому что топ имеет возможность выравниваться. То есть работаем в каплю. И очень важный момент. В конце нужно не забыть поработать с обратной стороной наших ногтей. Потому что мы их обезжиривали, что-то где-то пилили. И, конечно, они чуть-чуть стали мутными. И для того, чтобы эта мутность прошла, нам нужно будет ногти покрасить изнутри. Для этого я использую топ без липкого слоя, достаточно жидкий, чтобы быстро все растекалось. И, кстати, внутри у нас получился белый дизайн, а снаружи вот такой вот витражный. Ногти выглядят тонко, изящно, это очень носибельный вариант, мы тестировали уже не раз. В общем, вот такой результат мы имеем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли у нас красиво, или все-таки лучше было сделать подлиннее, а может быть покороче. А я пока заканчиваю процедуру сухим маслом для того, чтобы снять для вас еще и макро-видео, которое я показывала в самом начале. Давайте посмотрим покрупнее, что же у нас получилось. А получилось у нас вот такая красота. Это салонное наращивание ногтей без каких-либо арок, но зато не видно никакой трапеции, все аккуратно. А главное, моя модель осталась в восторге. Она сказала, что очень классно и чисто получилось. И больше сама себе ногти всякими блесточками просто так красить не будет. Будет пробовать изики.